Кадровые перестановки в региональном правительстве продолжаются, причем порой весьма неожиданные. Свой пост покинул по собственному желанию Глеб Габузов, начальник службы по охране объектов животного мира. За несколько дней до официального открытия охоты губернатор подписал заявление о его увольнении. Исполняющим обязанности руководителя службы назначен Дмитрий Горелов. Также губернатор определился с начальником департамента внутренней политики. Им назначен Альберт Короленко. До этого его карьера в основном была связана с экономикой. Последняя занимаемая должность – член контрольно-счетной палаты региона. Теперь же чиновнику придется заняться совсем другим контролем в сфере деятельности департамента, взаимодействия с политическими партиями, СМИ, молодежная политика и многое другое.